Привет. Привет. Долго ждать? Еще 6 недель. Уже сил нет. Понимаю. У вас есть дети? Нет, я не замужем. А я думала, вы и тот мужчина. Лео? Нет, он женат. На его работе. Как любой полицейский. Наверное, кто-то в гараже. Что с вами? По-моему, мне надо в туалет. Может, кто-нибудь проводит эту женщину в туалет? Она беременна. Я что, о многом прошу? Все в порядке. Все хорошо. Что мы будем делать, Карл? Это было рискованно, я тебе говорил, поэтому я хотел, чтобы ты была со мной. А полиция не захочет рисковать. Да, но там женщина, ее друг полицейский. Он был внизу, когда мы вошли. Да? Как его зовут? Отлично. Спасибо. Лори, что ты здесь делаешь? Как я могу уехать, когда они все еще там? Этот тип там, вы его раньше видели здесь? Нет, никогда. Все же будет хорошо. Вы же не собираетесь подвергать их опасности? Я имею в виду, если что-нибудь случится. Нет, мы сможем им помочь. Садитесь. Мне нужно на работу. Хорошо. Хорошо, надо дать парням краткую инструкцию. Простите, сюда пока нельзя. Да, я работаю здесь, в кофейне. Я знаю, но мы не хотим, чтобы вы пострадали. Хорошо? Может, принести вам что-нибудь? Лео, ключи, спасибо. Минутку, Роли. Что? Подойди. Тони, давно Лори здесь работает? Я не знаю, пару месяцев. И живот был таким большим. Да, она быстро поправилась, но это обычное дело. Ты меня спрашиваешь? Лео, о чем ты? Фрэнк нашел в квартире Скофилда упаковки из кофейни. И что, ты думаешь, Лори? Кто-то его информирует. Хозяйка квартиры говорит, что его подруга очень молода, но не беременна. Но это очень просто, подушка на живот. Точно, кто заподозрит беременную женщину? Я позвоню. Привет, я Джейн Мередит, я журналистка, я очень хочу кофе. Я знаю, что у вас закрыто. Да, конечно. Огромное спасибо. Как аппетитно? Всем-то я нужна. Не знаю, кто она, но она не беременна. Похоже, полиция идет на поводу у бандитов, да? Что вы имеете в виду? Они планировали нападение, но потом решили не рисковать. Они дают бандитам вертолет. Правда? Да. Большое спасибо. Спасибо вам. Мальчик или девочка, не знаете? Пока не знаю.
Она набирает номер. Да, это сообщение на пейджер. Точно. Вот как она это делает. Все ясно. Без этого можно было обойтись. Она носит подушку на животе, как я, когда играла Филию. Ни одного правильного движения, как и должны быть у беременной. Любой актер давно бы вычислил ее. Вертолет на подлете. Победа. Не могу подойти. Очень сильный ветер. Я снова поднимаюсь. Мне жаль, но выбора нет. Попробую еще раз. Не понимаю, что он делает. Сейчас поймешь. Крыша свободна. Теперь самое трудное. Хорошо, хорошо, успокойтесь. Послушайте, все знают свое задание. Поднимаемся на этаж и занимаем позиции без спешки. Извините, пожалуйста, я самая неуклюжая на этом свете. Надеюсь, я ничего не повредила с другой стороны, как я могу повредить обычную подушку. Отойди от меня, мерзавка. Ты нас всех обманывала, Лори. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Он говорит об этом, дорогая. Но ведь мужчины так легковерны, правда?